Всем доброго времени суток, с вами Боди, и это, ну, как вы поняли, А4 лучшие моменты. Все машины Влада А4, клип про машины, какая машина, ну и, в принципе, лучшие моменты, ну, как вы это уже и поняли. Сразу я ставлю свой закон, ёлки-иголки, 9277 лайк. Короче, что? С вас я попрошу только подписаться на наш канал, включить уведомления, поставить колокольчик и подписаться, конечно же, на наш второй YouTube ёлки-иголки канал. Также у нас скоро 2 миллиона, будет уже 1 900 000, давайте поднажмем. И вот наш второй YouTube канал, на котором ежедневно выходит Among Us. И я думаю, сегодня мы еще посмотрим, кто последний выжил в зомби-апокалипсе, либо мы посмотрим это потом. Погнали! Я не присваиваю себе авторство над видео, которое использую в данном ролике. Все они взяты из открытого интернет-источника. Мое все же видео является пародией на создание, которое я имею право. Окей, это дисклеймер. Ты хочешь много денег? Да. Самый новый iPhone. Я вообще много сладостей. Конечно. Или новый компьютер. Нет, сладости не хочу, а то повысится сахар в организме, и ты потом быстрее сдохнешь. Ютер, тогда поставь лайк и подпишись. Подпишись на мой канал. Подписывайся на наш канал, чтобы у тебя все это было, кроме сладостей. Но если хочешь сладости кушать, то тоже. А также нажми на колокольчик. Ни хрена себе! Я, кстати, ни разу эту ламбу вот настолько вблизи даже и не видел. Очуметь. Вы просто посмотрите на эту ламбу, какая красавица. Господи помилуй, я сейчас обоссусь от того, насколько это красиво. Мне бы такую ламбу. Мечты. Матерь божья. О, я сейчас разревусь от того, насколько это красиво. Дайте мне эту ламу, пацаны, девчонки. Давайте, короче, стримы будут. Вы скидывайтесь мне на нее. Накопим. Сколько она стоит? 15 миллионов или 18? 18 миллионов накопим. Никогда не накопим, я это знаю. Охренеть, она вот так заводится, смотри. Охренеть. Это какая-то жесть, это просто какой-то бред. Это такая ламба, это просто красавица. Я влюбился в это. Какие девушки? Зачем нам... Вот она, красота всей нашей жизни. Ламборгини. Вот просто лучшее, что есть в этом мире. Это ламба. Ну, конечно, есть еще и другие крутые машины, но ламбу у Влада А4 это жесть. Это просто нереальная тема. Мне бы такую. Охренеть, у него же еще гелик, я уже и забыл. Знаете, спорткар и внедорожник. Нормальная тема, полный привод, все вообще четко. Моторчик, там такой моторчик, хотя и жрет до хрена, но все же это тема. Ну, у Влада есть деньги, чтобы содержать такие машины, я ничего не говорю. Но на Ламборгини ты нормально не поездишь. Будешь, ну ты представь, сколько лошадок у Ламборгини, если ты будешь ехать медленно на ней, то там мотор сгорит нахрен. Она предназначена, чтобы быстро ехать, а не медленно. Поэтому я более чем на 100% уверен, что Влад А4 на Ламборгини ездит только ночью, гоняет точнее. Ну, по-любому, он гоняет. Хотя там штраф сразу получишь. Ну, Владу пофигу. Ну, короче, очень крутая тема. Я бы вот хотел такие машины. Пипец, какой дизайн, какой дизайн. Погоди, я не понимаю, это робот, да? Это же не автомат, это робот уже. Там получается просто вот так переключаешь. Охренеть. То есть там робот-автомат и автомат можно. Охренеть. Чё за дизайн? Чё за дизайн, ёпта? Чё за дизайн? Ребята, пишите в комментарии, какую машину вы бы хотели, ну серьезно. Это просто жесть. Там даже есть. Вы понимаете, там даже есть вот этот. Вот это. Хотя это окошечко, что я удивляюсь. В принципе, от этого окна ничего такого интересного и нету. Оно есть и на других машинах. Но я просто смотрю на этот дисплей. Это же все получается сенсор. Это же получается даже не прихренатель туда, а даже спидометр. Вот этот вот километраж, который показывает, он тоже сенсорный, вы понимаете? Ну машина. Господи помилуй. Я сейчас обоссусь от радости. Господи помилуй. Вот. Вы хоть где-нибудь видели такое?
Вот такую машину хоть раз видели в Минске? Мне кажется, только Влада получается. А, да ну нахрен, в смысле, это еще одна? Это Тесла, что ли, или что это? Тесла Model S или X, я не знаю, похоже очень. Да, это Тесла. Да, это я знаю, что это Тесла. Обосраться. Это просто какой-то... Это капец какой-то. Погоди, ну не может быть, чтобы у него тачка это была. Он бы решил на ролик ее взять погонять. Вот он музыку еще такую подставил, которую... Ты моя искренность. Нет, это просто какой-то разрыв мозга. Это бред. Это просто бред. Можно мне такую же машину? Ну, по-братски, пожалуйста. Чисто по-братски. Вот. И все окей. Это какой-то бред. Это просто какой-то бред. Я хочу такую тачку. Я очень хочу ее. Во сне погоняю на ней. Вот просто посмотрите на этот дизайн. Просто взгляните на него. Можно мне затемнил? Блин, почему затемнил дизайн? Он затемнил дизайн, твою мать. А, вот сейчас лучше. Вот вы как думаете? У кого такая тачка будет, как у Влада? Ну, только у каких-нибудь депутатов или миллионеров. Уважаемые подписчики канала, мы видим статистику, которая говорит нам, что... А, ну я понял, что 70%, там 60% смотрят без подписки. Я просто хочу сейчас вникнуть в то, насколько это красава, насколько это красиво. Пипец. Просто, сколько такая тачка стоит, реально? Lamborghini A4, сколько? Сколько стоит? Ну-ка. Похвастался покупкой. $210,000? Охренеть. $210,000 в рублях. Это 16,659,783 рубля на данный момент. 16 миллионов она стоит, охренеть! 16 миллионов! А погоди, а сколько стоит? Сколько стоит гелик Влада А4? И 15 миллионов гелик. Гелик! 15 и 17, грубо говоря, миллион... Ну, 16-600, ладно. Ну, какая разница? Ну... 16... 17, короче, 17. 17 миллионов, та, и 17 миллионов та тачка, и 15 миллионов это. 32 мульта он отдал за эти две тачки. 32 мульта, твою мать! 32 миллиона! 32 миллиона за это можно купить квартиру в центре Москвы! 32 миллиона, две тачки. Я просто сейчас в голове хочу сообразить, это вообще... Это... Я промолчу. Вот сзади хочу посмотреть. Красавица. 32 мульта он за нее отдал. Пипец. Ну, за две машины. 16 миллионов. 16, вы понимаете, сколько это в башке? Вы же представить не могу такую цену, твою мать. Погоди, а вот эта тачка 15 мультов. Нет, не вот это. Где 15 мультов наш гелик? Вот он гелик. Это тоже новый гелик получается? Или какой? Я просто не смотрел. 15 мультов, ну, наверное, где-нибудь 16-17 года. Да? Какого года гелик? Какого... года гелик Влада А4. Какого он года? Движок Turbo V8. А4 купил себе гелик. G63. А, G63, погоди, это же... Нет, круто, молодец. Вот бы мне так. Вот бы нам так, да?
Ладно, что там говорит он? 10 человек, которые смотрят, и только двое из них подписаны. Те ребята, кто не подписан, давайте исправим. Да, исправим. Короче, напишите в комментариях, какую машину вы бы себе хотели, потому что просуждать на эту тему очень даже интересно. На второй канал, первая ссылка в описании, подписывайтесь, ежедневная Among Us выходит. С вами был Ботя, спасибо тебе огромнейшее за просмотр. Ставь лайк, комментируй, подписывайся на канал, и всем пока.